Чтобы избавить Сергиево-Посадские дворы от пыли и грязи, на работу выходит спецтехника. Машина оборудована системой мощный напор воды, который бьет под давлением, как бы, и всю грязь при дымовой территории от бордюров отбивает. А также машина оборудована щеткой. А после того, как они промывают водой, то есть пыль уже не поднимается, проходит щетка, и потом уже в ручном люди с лопатами убирают смет. Машины заправляют водой на Киларском пруду. В каждые 10 кубов этого хватает на уборку 5 дворов. Там, где припаркованы автомобили, напор воды приходится снижать. Дворовые территории, так же как автомобильные дороги, должны быть очищены от пыли и грязи к 1 мая. В округе идет месяц чистоты и порядка. Субботники во дворах и на территориях, прилегающих к учреждениям и предприятиям, тоже часть мероприятий, направленных на приведение города в порядок. Но важно еще и не сорить, тогда округ дольше останется чистым. Оксана Мирошникова, Михаил Кирсанов, программа «События».